Так, новости. Ну, по Филиппинам новости опять чудесные. Вот просто приятно такие новости читать. Просто вот опять-таки даже не буду ничего там отсебятины никакой. Просто буду читать вот отчет, который мне присылают. Что акция Mavromining чрезвычайно эффективно работает по всем параметрам. Вот основные плюсы за неделю. Первая динамика увеличения дневного ввода сохраняется с некоторыми всплесками до 200%. До 200% в неделю. Так. Количество активных регистраций выросло. Так, ну я не буду конкретных цифр просто говорить, незачем это. Увеличилось на 10% количество активных участников. Тоже за неделю. Сумма вкладов за неделю выросла на 61%. Было проведено 5 офлайн мероприятий, 4 семинара и одна планерка руководителей. То есть жизнь кипит, все идет отлично и чудесно. Ну тут цифры, сколько количество руководителей как выросло. Дополнительную информацию мне сообщают. 16 мая будет семинар на 200 человек. Вот. Ну, опять-таки, напоминаю, что в Маниле 30 мая ожидается от 500 до 1000 человек. Открытие первого офиса. Идет ремонт и ждем инспекцию в офис для получения документов. Ну, опять-таки, никаких проблем не предвидится. Так, открыт канал благотворительных мероприятий. Ну, то есть, в Филиппинах у нас жизнь бьет ключом. Что еще тут интересного из цифр? Так, ну тут приводят цифры, это ладно. Вот планы теперь. Что дальше будет? 13 мая заканчивается акция Mavromining. Мы проанализируем результаты, посмотрим недельку-другую, и там уже решим продолжать там в какой-то форме или нет. Пока же 13 мая, в день окончания, запускается Turbo MMM. Это очень хорошая акция. Вот почитайте там на сайте условия. Она в России себя прекрасно зарекомендовала. Так что почитайте. Очень акция привлекательная по всем позициям. Для новичков особенно. Но это только для новичков будет акция, я уже сказал. Так. Тут мне говорят, что все уже там подготовлено. Проверено, так что осталось только отмашку дать, и 13 мая мы запустим. Ну вот, отмашку даю, так что 13 мая все запустится. И 13 мая запускаем сразу три конкурса на 2 недели. Лучшая команда, первый конкурс, лучшая команда из 5 человек, количество новых участников. Им в помощь как раз вот будет акция Turbo MMM. Конкурс. Второй конкурс. Лучшие расшифровки аббревиатуры МММ на 4 местных языках. Вот подумайте, как расшифровать. Там вот. В России там свои расшифровки. Вот здесь с учетом специфики языка, ну, какие-то предлагайте свои. И третий конкурс. Добрые дела. Фото и видео добрых дел. Это очень полезное, хорошее, в общем-то, мероприятие, конкурсы. Так что участвуйте, выигрывайте. Побеждаете. Вообще запланировано на май, мне пишут, 40 мероприятий. 40 на Филиппинах. То есть вот сами видите, как все развивается. Развивается все просто вот выше всяких похвал. Ну, я полагаю, что это мои постоянные призывы сказываются к повышению активности. Вот все-таки к ним прислушиваются. Ладно. Ну что ж, надеюсь, что следующее мое видео будет еще более оптимистичным, хотя уже и все и так вроде бы и некуда оптимистичнее. Все просто чудесно развивается. Тогда до следующего раза. А еще я считаю, что финансовый апокалипсис неизбежен. Мы можем многое.